пойдем. Выходы к башням. Так вот мигают красненьким, чтобы не забегали в последнюю секунду перед отправлением поезда. И поезд-то смотри какой гармошкой, чтобы не упали между вагонами. Такой вот новенький поезд. Пошли на лестницу. Станция метро Выставочная. Welcome to Афимол Сити. Технопарк. Дайсон рекламирован. Красиво, конечно, в этом торговом комплексе. Там технопарк. Как в Джон Льюисе. Вон Дайсоны стоят. Это же Дайсон? Освежитель воздуха. Я такой хотела. Значит, не уверен, Дайсон это или какой? Да, Дайсон. Он тоже Дайсон. Дайсон это английская фирма. Вот такие вот они делают обогреватели, освежители воздуха. И сушилки для рук. А еще пылесосы у них были. Вот в такую рулеточку заходим. Написано не толкать. И на выход. Сразу в сити. Центр. Ой, маску можно уже снять. У-ху! Застраиваются тут еще. Афимол. О, небо голубое. Смотри-ка, наконец-то. Дождалась Настика. Ну, пошли наверх. Тут какая-то площадочка есть. Посмотрим, что с нее открывается. Итак, мы приехали к зданию Эволюция, и мама накрывает поляну на свой день рождения. Проставляется. Газета «Коммерсант». Мама проставляется, давай. Что у нас сегодня на обед? Как бы на нас балка какая не упала бы. Нет, далеко. Я уже оценила. Тут стройка идет полным ходом. Еще что-то строят. Мама накрывает. Помидорка. Хочешь помидорка? Ууу, колбаса черкизова. О, печенье. Хлеб. Придется колбасу жрать. Что делать-то? Баранки. Ура! Ножик. Ножик можно в России? Можно. И Насте маленький салфетки. Сыра я оставила, так как она не хочет колбасу. И мама говорит, оставила мне маленький кусочек сыра, потому что я не хочу есть вот эту колбасу. Она невкусная вообще, не покупайте такую. Бумажная колбаса. Хотя сыр сейчас тоже будет бумажный. А мне зашла. Что, тебе зашла, говоришь? Угу. О, еще и барбариски, ну все, поляна накрыта.
праздничная полярка. Праздничная, а это водяра. День рождения в Москва-Сити. Все, мамка гуляет. А где шоколадка? Последняя. Какая шоколадка? У меня вот нету. Какая последняя? Ну, Санкт-Петербург, да. Которая? Так она в рюкзаке. Мы ее так никому и не подарили. Ну вот, отметили мамин день рождения, покушали. В Сити, в центре Москвы. Цивилизация! И фонтаны. После этого музыки. Ну вот, почти как Лондон. О, такие небоскребы. Не, все такое стеклянное, прямо родное. Итак, что же находится в башне Эволюция? Отгадайте, что. Транснефть. Та-дам! А вот это что за здание? Это здание. Город столиц. Жилая башня Санкт-Петербург. Вот так вот. А тут город. Жилая башня Москва. А, так я поняла. Это две башни, город столиц называется. Вот это вот башня Санкт-Петербурга, а это башня Москва. Две столицы надо было назвать. Хотя, может быть, там еще какие-то. Посмотрим, что это. Ну, это также шопинг-центр. Продолжение. Какие-то кафешечки. Лимонад 150 рублей. Да, и лет. Мне вот это нравится. Кофеизм. Название кофеизм. Не хочешь тут посидеть? Ну вот мы вышли с моста Багратион, и сразу вот такой вот вид на Сити открывается. Красивый, обалденный. Вот отсюда и будем делать фотосессии. Тут фотосессии альтернативных культур. Ну вот мы пришли в Москва-Сити, гуляли с мамой тут. Теперь вышли на противоположный берег, чтобы фотографироваться, сделать фотосессию. А тут еще такие вот, не знаю кто, рокеры, не рокеры, субкультура какая-то танцует. И мама сидит, наблюдает. Да, мама? Помаши ручкой. Ну, вот так мы гуляем последний день по Москве. Thank you.